Якое самое важное вынаходніцтва человечества? Интернет, скажете вы. А вось и не. Тому что без друкованого станка ніякого интернету наогул николи б не было. Про то, як стваралися першие назапашвальники информации у музеї книгодрукавання у Полоцку. Музей уникальный для Беларуси. Тут можно убачить, як стваралися книги рукописные, як книги друкавалися у часа Франциска Скорины, ну и як они друкуются зараз. Самый старожитный письмовый прибор – гусиное перо и пергамент. Потом, еще до з'явления первого друкованого станка, тексты набирали разборным шрифтом. Такими невеликими штампиками выкладывался текст сторонки. Вот на такой рухомый стол эта форма укладывалась. При допомозе вот такой прилады, которая называется маца, наверх на форму набивалась друкарская фарба. После сверху клали паперовый лист, накрывали крышкой, задвигали стол под прас и отдруковывали. После листы развешивали и сушили, и переплетали в книжные блоки. Росквіт книгодрукавання почався у эпоху адраджэння. З'явілася навуковая і свецкая літаратура. Сёння ў Полацку сабрана ўжо 3000 экспанатаў. Кніжныя пераплёты па індывідуальным заказам, факсіміле на старонках, вадзяныя знакі друкарскіх майстэрняў – усё гэта прыкметы таго, што на пратягу 5 стагоддзяў кніга была вялікай каштоўнасцю, а асабістыя бібліятэкі – знакам прыналежнасці да эліты, колу адукаваных людзей.